Всем привет, мои дорогие друзья, с вами снова я, Пашок. Чуть-чуть подлагивает, ну и пофиг, кстати, вообще. Набрали 7 лайков. Получайте новую порцию контента. Кстати, раскраска топовая. Правда же, топовая раскраска, да. Короче, новая порция контента подвозится, так как вы набрали 7 лайков или не набрали, я не знаю. Чё, погнали, не будем медлить. Первая фишка — это то, что теперь мы можем в режиме фуллскрина в террарии открывать вот эту папку. Я сейчас не буду открывать, так как, возможно, запись перебьется и все будет в говне, ну и пофиг. Короче, ну, знаете, теперь можно открывать, раньше нельзя было. И, кстати, да, половина этих лайфхаков, они будут по большой части технические, а они такие прям уж помогательные, вспомогательные. Ну, какие нашел, такие и записал, поэтому что есть, то есть. Ограничение какое-то. Ёпперсты. Следующая фишка -минус — это то, что в надземном джунглевом завали свою бузню, пожалуйста. Следующий минус, короче, заключается в том, что теперь королева в чем? Что теперь королева пчел в надземном джунглевом биоме, она будет на вас злиться и как бы и будет в гневе, будет больше всяких пчел, жал там и так далее. Я сам офигел впервые, когда об этом узнал. Найти же это можно было в официальной вики террария, в английской, англоязычной, еще пока не переведенной, что, что да, теперь королева пчел будет злиться на вас в надземном джунглевом биоме. Поэтому я вот для себя построил арену вот тут вот. Вот. И как бы теперь там офигенно, теперь только там драться. Теперь только в подземном биоме драться. Поэтому вот такой факт, лайфхак фиговый. Короче, не деритесь на поверхности, а то вы, скорее всего, встретите этой королеве. Как же определить, где этот подземный джунгли дом? Ну, смотрите, прислушайтесь к музыке, не знаю, она громко будет или нет. Где-то тут она будет. Во, вот он. Слушайте. Вот если играет такая музыка, то тогда это значит, что джунглевый подземный биом, он как бы есть тут. Короче, переходим к следующему, погнали. А следующий плюс заключается в том, что теперь вот такие вот стены из рядовой древесины, ну и в принципе там еще есть другой вид, они ставятся теперь с большей скоростью. Давайте же посмотрим, если еще сильнее приближу тут. Давайте же посмотрим на это. Ну, то есть видите, как они ставятся, а ставились до этого очень медленно. Поэтому вот такой маленький как бы фактик, о котором я сам узнал. И следующий, последний на сегодня факт — это то, что если в червя попадет упавшая звезда, ну, в смысле, то есть, допустим, вот ползет червь, и в него попала звезда, то он превратится в зачарованного ночного ползуна. Такого же абсолютно, как мы можем сделать сами, то есть взять обычного червя и скрестить его с упавшей звездой. Кстати, вот за время этого прохождения, именно 300 с чем-то часов, у меня собралось 146 упавших звезд. Это вот так вот. Для справки, мир этот находится в эксперт-режиме, а не в мастер-моде. Вот так вот. Ну и все, в принципе, я думаю, на этом стоит заканчивать. Еще наберем, давайте, 5 лайков, либо несколько комментариев, что типа... Давай прохождение, там, не знаю, в мастер-моде, просто прохождение 1.4. То я, в принципе, пройду, мне не лень, как бы, можно пройти. Так что, вот так вот. И, как бы, там, подпишитесь на канал, поставьте лайки, и, в принципе, все. Всем удачи, всем пока. Давайте пока, друзья.